такой вид события, как этот сегодняшний, организован образовательным агентством Business Link, считаю очень интересным и очень полезным. Пришли сюда с целью ознакомиться с предложениями, которые представляют английские школы на Украине, с целью, чтобы в будущем отправить своего ребенка на обучение. Первое впечатление, которое мы получили от нескольких бесед, да, это поможет. Это поможет нам определение. Организатор компании Business Link, которая замечательно справляется со своими обязанностями. Ну, честно говоря, вот уровень порадовал, столько всего представлено. Мы уже какое-то первое тестирование прошли, нас хвалят в Business Link, но я думаю, что это только такой первый начальный уровень, который говорит о том, что мы можем учиться в английской школе. На самом деле, я думаю, что абсолютно все школы, они идентичны, потому что это Англия, это не Украина. Нам нравится атмосфера, нам нравится отношение к детям. Детей искренне любят, считают их нужными и важными в этой жизни. Так как в Англии они умеют заставить человека почувствовать, что тебе это нужно, также тот факт, что мы выбираем предметы, которые мы хотим учить, как бы они учим все подряд. И я никогда особо не была такой не самостоятельной, но вот в Англии я научилась как бы быть более независимой. И у нас вообще очень много знакомых, которые закончили образование в Великой Британии. И, собственно говоря, это одна из причин, почему мы заинтересовались нашего ребенка отправлять туда. Я участвовала в конкурсе блогеров Business Link, в котором я больше года писала свои статьи и сейчас победила. Хочу найти здесь школу на летний период, чтобы посмотреть, как обучаются в Англии и за рубежом, и выбрать тогда уже обучение на год или больше. Полезно для тех, кто ищет для своего ребенка образовательную школу, пообщаться напрямую с представителями школ, услышать от первых лиц нужную информацию. И благодаря именно, наверное, бизнес-линку, они мне как бы помогли найти контакт со школой, узнать, в какой год мне лучше идти, знать, какую программу мне лучше выбрать, что мне подойдет больше. Этим летом мы едем пока в летний лагерь с короткой программой. Следующий шаг – это посещение их на месте, что мы, собственно говоря, на это лето и запланировали. Если вы приняли сделать такой ответственный шаг, то нужно, конечно, посещать выставку.